В общем, только что залетели в машину вот таким вот образом, не по моей вине, но мелочь по большому счету, просто вытянуть нужно без покраски. За рулем была девушка, вышла сразу, извинилась. Говорит, у меня первое ДТП за последние 6 лет. Короче, ничего не стал я говорить сразу. Сказал, все нормально, езжайте. Прежде чем сжечь, хочется, чтобы машина была в идеале.